За сколько лет, если не будет форс-мажора, человечество решит все основные вопросы физики и биологии? Ну, биология, она постепенно станет прикладной областью, там, ну, вроде технологии изготовления компьютеров. Вот, поэтому это не наука. Так, по большому счету, это не наука. А что касается физики, то там некоторые противоречия, они не будут решены никогда. Например, противоречия между микро- и макрофизикой. Вот это два разных взгляда. Один взгляд отрицает другой. То есть, если мы исходим с точки зрения физики микромира, макромира не существует. Если мы исходим с точки зрения макромира, микромира не существует. Но очевидно, что они каким-то образом друг с другом связаны. Поэтому здесь возможны бесконечные спекуляции. Но эти спекуляции маловероятно приведут к какому-то результату. Скорее всего, в дальнейшем, ну, там, через несколько столетий, появится несколько таких культур, разных культур, интерпретации всего этого дела. Ну, как разные виды письменности. Есть вот письменность линейная, есть иероглифическая. И они будут плодотворны. И та, и другая будет плодотворна, будут какие-то материальные результаты этого. Ну, все будет зависеть от системы постулатов, отчетов.